Моба, 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 моба. Какие мобы? Слева. Да. Босс. Заберите так с машины. Давай, Егор, сейчас 10 на стаку. Почему я минус стреляю? Ты уже уезжай, тебя сейчас, блядь, зажмёт там. Сейчас я на стаку. Так, сейчас Егорыч подойдет, он тоже закинет. Я тебя тоже закину. Все, давай, лутай эту хуйню и залезай. Все, залезай, хорошо. Садись, Егор. Ебать, мразь. Че-то, блядь, залупа ебаная. Че-то вплотную надо быть с ним, что ли, или еще, блядь. Есть. Я, короче, впереди, Егорыч. Говно, блядь. Я задам. Я бегу ночью. Леса? Ну, ебать, 13% греть. Получается. Ебать, ты разворачиваешься. Угу. Вообще, да, нахуй, нахуй. Ты ебать, да. Кто в огонь, блядь, сидёт? Ой, блядь, ты чё там, нахуй? Бля, троллит, что ли? Подрубай щит. Я через него робот сделал, блядь. Да всё, нахуй. Похоронил робота, блядь. Бля, там что, нахуй, кто сидел со мной? Сука. О, без трения упал на роль. О, бля, смотри, нахуй, вот иди. О, это на ДЦ пойдет эта хуйня, не? Чарку роти кому нужно. Вот это на ДЦ триня пойдет, не? Похуй, ну, первое время, ебать. Похуй, первое время роти. А это что, хоста, залупа какая-то. Так, а ты что, упал? Споткнулся, очнулся, ну, гипс? Бля, давайте слева-право, только трэш не трогайте, а? Очень вас прошу. Пойдемте сразу с пули. А, ну, нам вообще, пойди, еще второкрыло нужно. Все, на робота уже пришли. Че, ни у кого нету, нажмите чарку. А верно, ебанешь там столик, приду возьму. Рыба, поедайся. Бля, вы на чарку ничего не нажали, да? Хуй нужно, ебать. Да нажали бы, чтобы я ее хоть забрал. Разобрал. Бойся. Только Еру не жмите. Он бы откатываться будет на голову. Да он тоже вина ему. Бля, чё за крыса 220-я стоит? Кто? Хе-хе-хе. Я понял. Я отбирал. Думаете? Понятно, понятно. Блядь, давайте, сюда. Блядь, раздупляйтесь уже, чё? Давайте, лети. Сейчас я бесик где-нибудь. Всё, бафы все, всё есть, да? А, не, подожди, пушку не зачарил. Всё, полетели, это заебёт. Чё, лапки нету, алло, ебать. Алло, ебать, дайте лапу. Подожди. Хорош. Есть, да. Давай, слово. Не буду агрить, боюсь его, на. Сильный чересчур. Блять, а на кого у меня истерия, ну? Давай роги дам. Тошка, ты 2Т4 выбил всего? Кто? 2Т4. Какие 2Т4? Блять, ты тормоз, что ли? Я не знаю, что это такое, что ты имеешь в виду. Блять, ну кинь 13%, ты что, ебать, не гордый, что ли? Тебе не видать, короче, Т4, я так понял, да? Да, хуйня ебаная какая-то. О, мы кстати, трэш запулили сзади. Мы без Геры, кстати. Мы, блядь, трэш. А какого хера он начал сбегаться, ну? Хармат, хотя херу. Надо техника поехать. зафокусить техников. О, парни, хартмат, ебать. Они щиты, кстати. Ай, бать, Берите рэнч. Сейчас в искру играем, потом технику играем. В искру соточку. Тише. Давайте ГТРФ бить не будем. Все, сзади ещё... Сука. Техников забейте, главное.
Я понял, как вы забили на них, ебать. Сейчас это... Блять, портала нет. Да сука, сними замедление. Ай, ебать, пидора сольём. Еще и стан дал. Кого там? Компопот или... Кого-то бить надо, я не помню. Да бейте все, ебать, типа, там. Вы скру бейте. Бать карт мотно. Бля, крыса умерла ему. Давай, блин. Раскрой, да? На нахуй бум-бум, блядь. Так вот. Играй, играйте, босс. А, ну, получается, вы топовые, а тирьяки не очень. Это просто крыса. Скоро игра. Чё, Гера, не? Да нет, какая Гера. А, бля, я полпочку. Мы все равно потом на Старкрылу идем, не? Нет, мы идем на этого. На секретного босса Ульдуара. Скоро, да? Мост открыло поставил. Нихуя. Но... Посреди боя зелень выпадает. Ну а что ты хотел? Открой, да? Зайдите в мою лужу, нахуй. Там никакой хил не прохилит уже. Ты там много что? Ну, две или три уже, ло. Ну, он берет зеленку, нажимает, заходит. Хули ему. Уран. Боюсь, топот не зыбку сейчас отдам. Блять, было бы... А 4-4 на рейдже, да, у ДК работают? Да. Бля, вообще круто будет. Она не зыбка, кстати. Ой. Лучше такая. Дефит, чем зеленка от магии даже, но... Не знаю, как это работает, типа. Сейчас искра будет. Робот упал. Раз. Тиряки, получается, что, бомж, да? Да? Чисто пососник. Бля, мне кажется, меньше хпс стал. Мне лодомер стал перехиливать. Да, конечно, нахуй, у него там по 100 тысяч щиты, нахуй, абсорбит. А, нет, я вообще перехилил, но, типа, раньше, типа, блядь, у меня побольше. Ну, чё? Я, конечно, в ПВПС 5 я хилил. 12 числа в РБК собираемся. Кучка пищи. Там забирают. Телепортируйте. Собираемся. Камни, камни все мои. Может, РТ на РБК ебануть? Какие, да. Блядь, блядь, у нас. Да, ставь. У нас четверг, нахуй, еще у льда 25-ка стоит. Давайте, ремонт. Да. Ну, типа 8.00 ставь, короче, МСК, нахуй. Первые пошли. 8.00, ебать, блядь. Ну, типа, я типа... У меня 12 дня будет. Короче. Типа я к тому, что никак никто с кем попал, а типа пати также собрать там, чтобы у каждого танк хил был нормальный. Ну вот тут два хила сейчас нормальных. Танк ненормальный у вас, так что нихуя не знаю. И мне друида надо зарядить, я сегодня поэтому друидом пошел в Накс. Хоть чтоб как-то РБК вытанчивать, типа. Ну, чтоб... В РПК нужен гибрид вар, нахуй. Он пофикс. Муки. Он пофикс, но он столько не дает теперь. Но все равно он что-то дает. Там по факту с нормальным хилом танки не нужны даже в РБК. Ну да, там. Что-то мне кажется, да, ты еще не знаешь, какие РБК будут. Может, они их сейчас зарядят, типа там... Ну, ну типа поначалу по-любому, не, ну без танка никак. Но... Да я понимаю, когда ЦЛКшный шмот 277, и тогда да, без танка похуй. Давайте ачивку сделаем.
справитесь? Какую? О, не умереть на первом пуле. Ну это это простая ачивка. На Алгалоне, что ли? Это, ну, надо, блядь, чтобы весь рейд все знал, что делать. А у нас все знают. По фане Китана. Мы не знаем никто. Ну, может, 35-й шмотки, конечно. Вася, ты реально не был? Или ты роптышь? Как можно быть 229-м и не быть на Алгалоне ни разу? Так ебать, он не с этого серва просто. Проездом, ебать, как Риддик, нахуй. Ты же был в топовой гильдии The Legion, ебать. Неужели там... The Last Legion? Не научили бить Алгалоны. The Last Legion? Серьезно, что ли? Да. Топовой гильдии. Мне доходили. Пожарника не могли. А что вы думаете? Пацаны, вот такой вопрос. Вот как вы думаете, определение топовой гильдии? Что это с собой представляет гильдия? Просто покрывает топ-контент? Нет? Ну, типа выпустили и ФК это... там где-то. Ну не ФК, почему сразу ФК? Ну типа ФК топовые. Да, блядь, не обязательно, кто забирает ФК, то погибнет. Топовые, кто закрывает, контент закрыли раньше. Тот, кто актуальный закрывает, тоже топовый, да? О, актуальный, ага, конечно. Ага. Но у нас на циркуле топовость определялась и качеством, и помимо качества еще количеством рейдов. То есть, допустим, если была гильдия, которая одно помойка ЦЛК закрывает, да, помойка была, а которая, допустим, 3-4 на КД, 6 ЦЛК, вот чем больше ЦЛК ты закрываешь, 6 если... на ЦЛК. Мы, максимум я... рекорд у нас был по 8 ЦЛК и 8 РС в неделю за 1 КД. Помойка на гильдии. Не знаю, но если ты дава гильдии, то... Не, но вы закрывали, все, весь играть. Контент, Слав. А? Да, конечно, есть. Ну, это хорошо. А люди так... Алгалона не могут убить, это плохо. Так а мы в том-то и прикол, мы не могли, нахуй, мы ЦЛК и РС дрочили, блять. Алгалона пришли, вайпались, шевы. Ты же мне говоришь, и закрывали все. Так-то все закрывали. Не, ну потом тоже закрывали. Ну, видишь, ачивки уже не все делали. Она. Все ачивки, блять, наксы, хуяксы, не убирающие, всю эту парашу. А я что-то не понял. А защита древних королей, да, у Миши пропает? Да, защита. Сейчас потестим, нахуй, сколько он абсорба даст. Я нормально себе абсорб замутил. Смотри, короче, блядь, босс будет кастовать, как она называется, кара небесная, будет кидаться такая меточка на пол, тебе надо от нее бежать. Я не разденусь 19-го, очень прикольно. Типа, как на Кильтутане, короче, такая будет эвейт зона, ебать, красненькая, тебе надо от нее выбежать, если она будет под тобой. Она, если ты будешь не стоять, она убьет и подкинет вверх, убивает. Вот, держишь рейндж, короче, между всеми, просто стоишь, долбишь босса, ебать, просто без боя, ФК нахуй. Когда босс кастует суровый удар, вот, суровый удар, будет на полу такая сверка валяться, тебе надо в нее под конец каста зайти. Все это все заносится за 3 секунды до каста. Вот, вы что, спулили босса? Нет, вы не спулили. Это за 3 секунды до каста просто забегаешь в нее, ты забежал, тебя перекинуло в другой мир. И тебе нужно, как только тебя перекинуло, сразу же от того места, где она была, где она лежала, тебе надо убежать. То есть, допустим, вот лежит лужица, забежал, перекинуло и выбежал из нее. Понял? Все. Потому что если ты забежишь и будешь стоять на месте, тебя выкинет и обратно же закинет, нахуй. А в этом миру мобы, и они и убивают. Каст называется суровый удар. Тебя заносит. Смотри, поставлю метку, вот, ставлю метку, Дарафан. Ориентируйся по кружку. Где кружочек, там будет лужа активная, потому что есть лужи неактивные. Их будут закрывать. И еще посматривай за фреймами звезд. Будут такие звезды летать. Шотная звезда умирает, и она разливает вот эту лужу, в которую ты заходишь. Старайся от звезд, которые умирают, от них отбегать. Потому что если они умирают, если ты стоишь под мертвой звездой, которая сейчас умрет, это значит, что она умирает, она разольет лужу, и если ты стоишь под ней, тебя закинет в портал. Чтобы видеть звезды, поставь панели эти над головой, чтобы индикаторы противников, да, были, да, красненькие полоски. Черным цветом она будет. Да, и просто бегай от шотной звезды, просто отбегаешь. И просто весь бой долбишь босса. Вот, убегаешь от красненькой хуни, лужа каким цветом? Лужа будет черная, ты увидишь ее на полу. А ЭВ-зона такая красная будет, как на киду сзади, ебать. Когда мы тебе, короче, сейчас все заносим, ебать. Давайте, доверчина. Кто на звезды? Короче, в черную не забегать без команды, а от красной отбегать. Теряки. Давай, Вася, короче, главное слушай ушком, и все нормально будет. Давайте, блядь, все равно. Гера, да, Геру скажем. Алло, блядь, пула. Терияки на звездах? Ну ладно. Я. На звездах Дарафан. А. Почилю, ебать. Почиль.
Блять, как он долго в фазу переходит. Приплод их вытащи, жмите. Минус, минус глаза, нах. Ой, я скелетика превратил. Давай, Гера. Теряки, сами не слакайте, ебать, тоже нах. 12% кинь. Отлично, Гера скидал. Хотя давай я кинул, потому что я босс буду бить. Так, поехал по звезды. Я уже кинул. 13. Берегитесь. Вот Кара, смотри, как стоится, где она? Вася, и... отойди влево. Вот, все. Ну, Вася, летун. Понятно, не зеленый щит, поебать. Она же, блядь, такая невидимая, что пиздец. Ладно, надо ветер. Глаза открыть чистого. Ты сейчас убьешься. Просто смотри, учи, чтобы 25-ки с нами ходил, чтобы ты понимал, что здесь делать надо. Разбивай. Ну, если я тебе сказал от нее отбежать, это значит, блядь, надо от нее отбежать. Значит, она убивает. Ну, поздно сказали. Разбивай. А что, я уже не танчу, что ли? Ну, получается. Ладно, на следующий раз тащи пусть не. Разбивай. Скоро будет этот. Парни, там смотрите, куда заводить. Два. Нет, на самолет. Кара. Кара прям в миле. Почему Алгалон так не подлетает, как мы? Ты смотри, Вася, и запоминаешь, что 25-ки, ты понимал, что делать. 25-ки будет 3 таких сферы, которые, блядь, бабахают. Дакара разобьем. Разбиваю. Нет, не разбиваю. Стоп. Да похуй, там урон 0. Разбиваю. Разбиваю. Ой. Сейчас просили. Берегитесь. Убиваю. Это взрыв был, ебать, что? Ну, дрон, блядь, нет. Это с Карой было, если что, взрыв. Фига тебе, я их разбиваю. А, там и с краком был. Сейчас суровый будет. Сходи, суровый будет. Берегитесь. Карата. Пытаемся. Три. Пошли. Все, она сама догорит, играю. Не, мало еще не садится. Егор, там аккуратно здесь? Это, сейчас звезды взорвутся на все. А перефазову это либо в центр, либо к бокам встань. Да, да, потом не улетись. Перефаз. Кто-то улетел, ебать. Угу. Это я в дыре прям стоял. Я сейчас бомжей сдам. Сдаю. Че, тогда не разбегайте, ребята, по фастику вернемся, второй крыло пизданем. Может, рейку пойдет. Берегитесь. Так. А че вообще ачивку дают за посланника? Ну, типа звание какое-то или что? Да, да, посланник тебе там. Посланник и есть. А. Это в боте надо 26-м, 32-м. 32-й пухи. Что, все? Да? Суровый кастует для нас. Прикинь, сейчас вайпните. Да. Бабам. Время вышло. Взгляните на мир.
О, нихуя себе. О, щит! Пава, да, наконец-то. Ломай! Ебать, что это такое? Миша, ну что происходит? Подкрутили, ебать. А что за хуйня, кстати, нам дали ачиву? Какое? Он умоет с твоими слезами. Че за ачива? Ну, ни один никто не должен сдохнуть. Серьезно? Да. Баг какой-то, не знаю. Они нормально ачива. Не дали звания. Так, за него не дают. Звания не за это дают. А за что? Че, Рили, кольцо никому не надо? Шаман, бери кольцо. Рили, поздравляю. Этот, плащ хороший. Мишань тоже шаман, 29-й, как кольцо. Я стал. И Ильича будет выше оно. Там, да, у Вэда хуже кольца. Вот, на, что-то я не могу. Плащ, надо кому-то этот крит меткости? Миша, одевай, три, давай. Чтобы ачивку выполнить, ну, получить ачивку, надо 19-м шмоте убить, да, его? Да. А, чё, вообще не в 19-м, а максимум 26-й шмот должен быть, и пухи максимум 32-е. 39-й не канает, и еще там какой-то не канает. Ну, на одно кольцо, как я, снимаешь, и все. Нет, нет, нет. Чтобы шмотки не было 39-х. Там и там левел, и определенный с нового контента, типа шмот, по-моему, какой-то нельзя. Не помню. А, ну... Все, ну, там, раньше делать. Там надо читать. Пламир 4 бис хулипал. Нормально. Ну что, задел тринка? Не... Дальше мы... За одно КД, две без тринка, понял. Да, и... Телдрину этот. Ко. Нахуй. Все, я теперь вообще не буду с Мишей бояться куда-либо ходить, нахуй. Куда-либо. А дай Егору просто, пусть он плащик возьмет. Все, блядь, радуются, помните, что Ринку по Камиш такой, типа, просто смайлик такой, ебать, радость такой, оп, и все. Нет, блядь, вот эта тринька топовая, мне кажется, нахпала, заебись прям. Блядь, аналитика пошла, парня. Миша, бля, на хэпале нормально играет, я помню, как его на коте хуесосили. Че, ты Солянова прохилишь, а в шоп аспекту? Конечно, прохилит, ебать, с такой-то трине, ебать. С такой-то трине. Ну поскольку я там подлогерит всяких бычей, вот сволочь, а. Нихуя. А, чё там по... Бля, у меня реально, у меня упал хпс как будто, ебать, ну, когда я снял Т8. Зато я, у меня мана стала почти бесконечная, мана вообще не садится. Так, ебать, да? А чё ты кастуешь? Что, блядь, кастуешь? Щиты, блядь, кастуешь. Ну, давай, не покажись, а. Ты пойтись. Может, там статы, может, статы хорошие? Нет, я снял, ну, одел 2Т4, 3Т9. Ну, типа... А ну... когда было 4Т8, вот этот бонус 240, а вот реально он давал много, что щиты абсорбили больше, нахуя. 240 СПД? Да. Да, ну, сейчас... получается, ты это... Статы просто хорошие, духа больше. Чем... Получается... Да, статы получше просто станет, все. Вот, Дамиру остается только... Парни, щит. Все тут, все пробафаны, чё, ну... Получается реально, блядь. Просто, только щит, да? 39-й. Щит. Да у него заебись щит, чё? Какой? Там с этого, с Тарима есть хороший. Ему бы с дыркой, но какой-то с крит. Ну, Тарима. Крит-хостовый. Гера подождём и переведём, я думаю, да? Да, мы так. Ну, в одного хила переведём, я думаю, из тишек, да. Да переведем, конечно. Под Геры. Ну, можно подождать. Ну, стрима 25, вот щит КМ. Дырка. Я все время, ну, типа, думал, бля, нахуя вот этот круг нужен, ну, нарисованный. А этот круг, чтобы мне мочивку делать. Я ебал, нахуй. Когда мы просто стакали 25 мобов, ебать, слили их, она мне зачитала. Да, заявила на самую подстенку. Я не активирую, да? Не-не, ждем Гера. 30 секунд. Еще пачку мобов слили. Что, хочешь за раз убить? А почему нет? Ну, чтобы не взлетел. Ну, давай. Да, вот, сил хватит, не обсеритесь. Хватит, ебать, хватит.
Это я у вас сомневаюсь в последнее время. Ну. Пушку мою, блядь, сука. Аверн распылил, сволочь. Никогда не забуду тебя, Аверн. Все набили, трэш? Давай, давай, все. Я тебе говорю, дал кристалл, я тебе отказался. Да, да бля, ты что такое? На тебе истерию. Ты ебать трижды заслакал на вас. Кто? Ты проверишь? Да. Она разлетелась, конечно. Спасибо, вот видим, Россия банная. О, парни, пуха выпало. Нормально, ОД пофермили, косарик есть. Пофермили. Фермер, чисто Антошка фермер, ладно.